Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Защитники базы». Так, действительно, вот этот чувак похож на Нигана из «Ходячих мертвецов». Ну, ладно, сейчас не об этом. Давай зайдем на нашу базу, заберем наградочки. Так, прокачка. Голду или опыт? Слушай, наверное, опыт, потому что у нас вообще, ребята, плохо все это прокачано, а опыт нужен. Так, забираем здесь 100 тысяч. Так, в магазине есть что-нибудь? 299 рублей в месяц. Это у нас премиум аккаунт. Все остальное мне не нужно. Так, я могу улучшить. Ага, понял. Ничего пока здесь я улучшить не могу. Апгрейд. Это вот можно сделать, ребята. Так, сколько там у нас остается? 63 тысячи. Так, на карте есть что-нибудь свеженькое? Давай глянем. О, забираем бабусики. Так, у нас у самого какой уровень-то, кстати? Какой уровень вообще нашей базы или как там, я не знаю, ребят. 17-й, да? 17-й уровень. Ну, давай прокачаем до 20-очки. Оу. Щет. В плане, я могу... А, это апгрейд. Слушай, броня, ребят, есть броня. Давай, наверное, установим. Она хоть сюда поставится? Ты... Да, она поставится, ребята. То есть здесь шипы, здесь броня, здесь, естественно, чувачки, которые будут отстреливаться. Ать, хорошо, 6 уровня. Неплохо. Что по юнитам? Апгрейд. Ну, давай еще улучшим. Так, у нас Элли. Джейк. Джейк у нас 3 уровня. Так, Зик. Хай, хочешь сказать. Так, есть медик, есть нун. Ну, 370 гемов, серьезно, что ли? Агата, хаммер. Подожди, а это я их могу купить или что здесь такое? 349 рублей, понятно, ребята, это уже пошли донатные патчес. Нам пока не нужны никакие донатные чувачки. Естественно, мы с тобой идем просто на карту и... Может быть, захватить вот это, ну, попытаться, по крайней мере, давай. А вдруг у нас получится? Ну-ка давай, родные мои. Так, у него здесь тоже неплохая, ребята, база защищенная. Но, по-моему, мы здесь сможем разрулить. Так, мои тут орудуют. Ниган вызывает своих ребят. А да, скорее всего, мы эту базу захватим себе. Ну и, конечно же, раскачаем ее, чтобы все плюшки и бонусы шли именно к нам. Давай, давай, родные мои, ну, чуть-чуть осталось. И да. Хе-хе-хе. Континь, конечно же. Так, ну что, прокачиваем, сколько у нас там? Блин, не хватает чуть-чуть. Максимальный уровень 5, насколько я помню, или нет? Нет, ребята. Максимальный уровень почему-то здесь не 5. Возможно, 10. Или все-таки 5. 15 тысяч, вот если будут у нас 15 тысяч голды, мы с тобой проверим. Так, тут уже 30-ка нужна, да? 30-ка, и здесь, кстати, тоже 30-ка. Ну что, попробуем с тобой прокачаться до этой 30-ки. Базу я тоже не могу качнуть. Не хватает ресурсов. Так, ну что, давай тогда в атаку идти. Так, это все прикрываем. 17-я волна. Вызываю наших парней. Вот чего у нас не хватает, ребят. Я думаю, чего же не хватает? А у нас нету той самой лучницы, которая могла бы у нас... Воу-воу-воу-воу-воу. Потише. Ты смотри, тут плевут. Ой, ой-ой-ой. Случайно нас тут не уничтожат ли, друзья? Давай. Этот с арбалетом, конечно, хорош, но что-то он так медленно стреляет. Может быть, его заменить к ядрене фени? Пока не поздно, а? Как-то он мне не особо внушает доверие. Видишь, стреляю очень медленно, перезарядку. Наверное, я все-таки поменяю. Так, и рекламку. 3 рекламы, по-моему, можно всего посмотреть, поэтому давай глянем. Угу, все это я принимаю, итого у нас 20 тысяч. А вот теперь как раз наступила та пора проверить. 5 уровень последний или нет? Нет, ребят, какой там последний? Вон у нас уже 6 левел, то есть можно прокачивать, прокачивать и еще раз прокачивать. Так, что бы нам с тобой сделать... На базе. А сколько здесь нужно? 20-ю волну мы с тобой прошли же, да? Да.
Чего тогда нам не хватает? Скажи-ка мне на милость. Так, ну звездочек нету, это понятно, по опыту не хватает. Слушай, вот в Towerland мы с тобой играли, да? У нас появлялась статуя, которую мы с тобой могли украшать, да? Соответственно, еще там перчатки. Ой, я опять забыл поменять этого хлебосочного. Вот этот, который с арбалетом у нас тут стреляет. Если бы у него хотя бы стрелы были бы разрывные, да, я бы еще, наверное, его оставил. А, так как он там по одной стреле, блин, ты посмотри, что происходит. Ай, давят меня, ребят, давят. Давай x2 поставим, полтора иксовочки. Чтобы, ну, хоть чуть-чуть побыстрее все это дело шло у нас. Слушай, ну машина-то у нас тоже, извини меня, не хухры-мухры, стоит довольно неплохо. Выдерживает, по крайней мере, да, натиск. Да, поэтому, что я зря переживаю-то. Так, ну что, давай. Или будем все-таки, ребят, пропускать и уже когда усилим. Давай, наверное, мы сейчас пропустим. А с другой стороны, а вдруг я откажусь, а потом мне скажут: парень, твои три попытки истекли. Поэтому, наверное, все-таки придется смотреть. Ну что, забираем это все. Так, 36 тысяч голды, маловато. И давай поменяем все-таки. Я не могу, ребят, на него смотреть. Хотя, смотри, по статам неплохо все. На 25 уровне у него повышается дамаг на 25%. И все. Все, что у него прибавляется. Меня такой расклад, извините, меня не устраивает. Я, наверное, лучше возьму Элли. О, Бутчер, палач. Интересно, интересно, я его возьму. Давай проверим, что это за палач. Что он вообще из себя представляет, ребята. Так, он опять же одиночка получается. Опять же одиночка. Хрен с ним, давай глянем хотя бы, что он вообще может. Поехали. Оу, он бросает топорик. Выходит в бой, это как типа этого, ребята. Один в один, как Джейсон. Помнишь, да? Джейсон у нас был чувак такой. Все-таки, мне кажется, надо брать Элли и, конечно же, ее прокачивать. Вот тогда у нас будет действительно какой-то успех. Потому что у нее все-таки стрелы, и стрелы эти бьют не одного врага, а именно отряд. Целый отряд врагов. Эти, как видишь, одиночки. Вот что палач, что этот чувак, они одиночки. Так, и мы с тобой зарабатываем звезду, ко всему прочему. Так, звездочку нам дают. Так, это рейты. Укажите, главное, говорят, да? Так, апгрейд. Это у нас апгрейд нашей машины. 21 тысяча нужна для следующего. По юнитам. Вот, Элли. Наверное, я все-таки возьму Элли. Вместо вот этого вот. Даже вместо вот этого. Так, мы его убираем, а Элли я как раз поставлю. Где она у нас? Ну, у нее третий уровень. Поэтому ее нужно еще и прокачать, ко всему прочему. Это не проблема для меня. Прокачать ее — это не проблема. Ну что? А давай-ка выйдем на... Так, подожди, что здесь заберем. Выйдем на карту и посмотрим, что у нас там свеженького. Так, здесь забираем монетки. Нигде никакого происшествия нету. Никакая тележка нигде не перевернулась. Нет. Кстати, можно увеличить количество наших денег в два раза, но сейчас при такой маленькой сумме, я думаю, этого делать не стоит. 20-я волна, наконец-то. Вот, ребята, вот про это я говорил. Ну да, да, атака так себе. Ну а что? Лучше такая, чем никакая. Ох, ё-моё, ребята, узнаем, да? Это идет этот. Пирамида головы, да, собственно, персона. Давайте, выходите. Да что ты там сделаешь? Ничего ты там не сделаешь. Сейчас мы вот этих вот дальников с тобой. Оп. О, серьезно, что ли, Элли? Такой у тебя маленький урон. Тогда нет, тогда как-то вообще не айсово получается. Согласись-ка. Так, мы с собой тут получаем непонятно чего. Так, давай-ка мы, наверное, этих ребятулек наших прокачаем теперь. Они уже давно, кстати, не прокачивались. Вот, 14 уровень у них. Что у нас там по модулям? Ох, ё! Айрган! Слушай, Айрган. И какая-то у нас Force Shield. Хм. Сколько стоит? 20 гемов, а у нас всего лишь 10. Так, это надо будет, ребята, сделать. Так, давай сюда бомбим.
Автоплей, у нас с тобой есть автоплей, ребята. Давай-ка вот на 2х используем, да? Поехали. Так. Автоплей хорошо, ребят, когда... Ну, неохота тебе, да? Или там пошел чаек пить, нажал, и он за тебя играет. Да, ну тут порвали мы. И это круто. Так, опять бонусы. Все это забираем. 27 тысяч. Как-то, блин, маловато. Слушай, ну 20-ю волну мы прошли? Прошли. Что нам тут доступно? 37-й уровень. Хо-хо, 37-й уровень я не потяну. Вообще никак. Вообще никак не потяну. Денег не хватает. Катастрофически. Броня. Броню я улучшу. Да вот эти вот надо шипы тоже как-то улучшать. Все? Новые юниты какие-нибудь открылись? Доступны у нас? Нет, недоступны. Агата, Хаммер, Рипли, Рон, Патчес, Охты, Темный Ассасин и Репликант. Хе-хе-хе, Репликант сколько стоит? 790 рублей. Вы шутите это? Или вы серьезно? Так, ну как ты понимаешь, у нас автоплей? Он включен хоть, нет? Да он не включен, по-моему, не включен все-таки. Нет, включен, друзья мои. Автоплей, 4 плея у нас тут. Ладно, фиг с ним, пускай играет пока. Как думаешь, мы выиграем здесь? Я думаю, что да. Но вот я расстроен насчет Элли нашей. Потому что она, ну, не отвечает за свои, как говорится, действия, хотел сказать. То, что я на нее возлагал, она не оправдывает, ребят. Вот так вот скажу тебе. Не оправдывала, не оправдала доверия моего. Конечно, она в этом не виновата, что она такая слабенькая. Но все равно, ребят. Так, подожди, я всегда думал, что нам всего лишь 3 бонуса доступны. Тут уже, извини меня, 5-й или 6-й раз я смотрю, и он все не заканчивается. Опять это все забираем, и того у нас 29 тысяч всего лишь. 29 тысяч это ни о чем. Опять я все-таки на усиление базы, ребята, все бросил. 3 автоплея у нас остается. Блин, надо было сменить ее. Ладно, в следующий раз попробуем не забыть. Да потому что, ребята, у нас идет реклама, и пока я ее смотрю, я забываю, что хотел персонажа сменить. Но что там, я не пойму, что там происходит. Но у нас защита довольно хорошая, ребят, поэтому мы не фейлимся здесь. Что они там бросают? Кишки свои, что ли? Точно кишки, вон они у них, внутренности торчат наружу. Победили, наконец-то. Слушай, подожди-ка, а мы же вроде бы с тобой как звездочку получили, да? Ну-ка, давай-ка зайдем с тобой на нашу базу. Да, у нас есть звезда, и я хочу потратить ее. Критический дамаг. Нет, все-таки на золото. Нет, на опыт. 7,5%. Ой! А тут, елки-палки, тут... Трындец, первая звезда, вторая и третья звезда. Я не знал, что здесь вот так вот. Скорость атаки турелей. Так. Какой-то сконцентрированный дамаг стрелка. Так, улучшенный дамаг против зомби. Что это? Против каких-то райдерс. Райдерс. Это ж кто у нас? Райдерс? Пират или как там? А здесь у нас что? Так, улучшает дамаг модулей, призванных юнитов, опять же турелей. Твою налево, а я там улучшаю, блин, первую звездочку. Довольный такой, блин, ага. Вот тебе и довольный, тут улучшать и улучшать еще. Е-е-е. Улучшаем, ребята. А, чего там не хватает? 200 тысяч нужно. Копим, друзья мои, 200 тысяч для того, чтобы открыть тренировочное поле 2 уровня. А пока нам придется с тобой просто драться здесь. Опять не поменял, да? Опять косяк за мной. Тихо-тихо-тихо, тут слишком большая какая-то армада идет. Воу-воу-воу-воу. На шипы и так вот их. Правильно, пускай на шипах погибают. Нас пока никто здесь не трогает. Оттолкнули. Здесь прижучили. Палач такой идет спокойненько, невозмутимо. Как будто вышел на прогулку за хлебушком. Так, ну деньги нам пригодятся.
И того у нас 68 тысяч. Опять же, мало, ребят. Еще не хватает. Так, дай-ка я все-таки заменю эту Элли. Мы ее убираем и ставим сюда, наверное, с тобой. Опа, Хантер. Ух. Ну, опять же, с луком, чувак. Не знаю, давай возьмем. Поставим ее сюда. Прокачивать пока не буду. Я хотя бы гляну, что он вообще, ребята, делает. Давай, битва. Так, ну это лучник, ребят, но он стреляет намного, по-моему, быстрее, да, чем тот. Так, а он что? А, он еще может станить. Ох ты, хмырь идет со знаком, но мы таких уже видели с тобой. Так, пошел, пошел дамаг по нашей тачке. Давай, 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 бомбим этого хмыря. Все. Да, он выстрелом своим, по-моему, станет зомби. И это, кстати, круто, что он может их станить. Это он еще без прокачки. А если мы его прокачаем, то он будет хорошо, наверное, наяривать. 91 тысяча. Не хватает еще соточки. Так, может быть, на карту нам сходить? И... Так, здесь мы заберем. Как думаешь, с тридцаткой мы справимся или нет? Давай попробуем. Просто посмотрим. Если получится, это будет круто. Ну, если не получится, будем переигрывать тогда. Слушай, пока вроде бы неплохо. Пока вроде бы даже очень неплохо, смотри. Ну, автоплей у нас с тобой закончится сейчас. Это последний поединок у нас на автоплее. Так, глушим. Давай, 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 давай этих твою налево, блин. Что это за стрелки такие мощные? Блин, мы не можем, ребят, почему с вами пробиться к ним. А, тут еще и огнеметчики, вот оно что. Огнеметчики пошли. Теперь чуваки какие-то с дубинками. То есть, чем меньше у него здоровья, да, на базе получается, тем сильнее враг начинает выходить. Вот так это здесь работает. И я ничего не могу сделать. Давай, наверное, ускоримся с тобой на двоечку. Поставим, чтобы хоть как-то быстрее. О! А кто там так стреляет, что у нас, извини меня, база разносится в хлам? Ты прикинь, у них там еще и типа мини-боссов каких-то есть. Нас, ребята, уничтожат сейчас. Вот что я тебе хочу сказать. Хоть и начиналось все очень даже хорошо. Дефит. Дефит, вот тебе и дефит, ребята, разобрали. Не хватило мне немножко мощей, ладно, погнали. Автоплея нету, поэтому... Придется все своими ручками делать. Так, давай, глушняк им делай. Слушай, мы, по-моему, здесь с тобой даже уже начинаем фейлиться. Эй, тихо. А как то... Стоп, ребят, а как тогда мы будем проходить? Ха, секунду. Так, улучшить наши турели. На 1%. Всего на 1%. Ресурсы. Что это такое, ребят? Не пойму. Нажать, что ли? А, это если у нас будет, например, 100. Получил за что, чего не врубился, если честно, пока. Агата, ассасины, ты посмотри, сколько здесь. Это все, ребята, Кобра, Рипли, это донатные персонажи. 200 тысяч мне хотелось получить, чтобы третий уровень, ребят, прокачки. А идти на карту смысла нету. Нас здесь рвут. Так, а, он же у нас не прокачанный. Блин, ну если я еще буду тратиться на него. А фиг ли делать? Фиг ли делать? Пришлось, ребята, влиться полностью. Все, все бабки слил. Зато у нас два автоплея. Откуда-то взялось. Сейчас посмотрим. Слушай, ну вот здесь вот я его прокачал. Он довольно неплохо себя ведет. Так, станет-то вообще собирается кого? Хоть кого-нибудь? Ну-ка, и полтора иксовочки врубим.
Что-то я не вижу, чтобы он станил. Ага, теперь видел. Вот эти вот кишкоблуды, которые, ребят, стоят сзади, это все они виноваты в том, что у нас база получает повреждения. Так, 42 тысячи. 42 тысячи. Маловато будет, да, скажешь ты? Я с тобой полностью соглашусь. Эти вот ребята у нас не прокачивают. Всех нужно прокачивать. Но, естественно, за всеми ты хренушки успеешь. Поэтому... как только есть возможность, надо улучшать. Только вопрос, опять же, и базу хочется улучшить, да? И своих, как говорится, юнитов тоже, которые должны быть прокачанными. Без них тут делать нам нечего будет просто-напросто. Но в данный момент победа за нами. Довольно неплохо мы их тут рубашим. И есть контакт. Ну и денежки получаем. 33 тысячи, да? У нас 28-я волна. Ну давай дойдем до 30-ки, а там уже посмотрим. Там уже, может быть, возможно, нам будет впору идти на карту и захватить еще одну базенку. Если, конечно, справимся. Видишь, кишкоблуды? Вот они, ребята. О, так тут уже совсем другие пошли. Тут уже пошли вон какие чуваки. Напоминает, знаешь, мне кого? Из игры «Одни из нас». Ну, ты понял, да? Про кого я имею в виду? Да-да, именно щелкуны. Так, ну что, 64 тысячи. Ну что, последняя волна у нас до 30-очки осталась. Давай сделаем. Как ты видишь, у нас закончилось все, поэтому придется теперь в ручном режиме. И вроде бы пока справляемся. Так, давай бомби. Не подпускаем этих аглоидов к нам. Вот сюда вот влепим. Ну вот, совсем другое дело, ребята. Очень хорошо получается. Ну что, почти соточка. Почти соточку мы с тобой накопили. Так, давай-ка здесь заберем маленько. Звездочку мы получили с тобой, да. Блин, тут по 1% всего лишь. Так, золото получающее из золотой шахты. Ага, больше. Но мне кажется, что пока вот здесь нужно все-таки опыт за убийство, да? Все-таки прокачаем. А, у меня звездочки нету, а я тут пытаюсь что-то сделать. Нет, спасибо. Я собираюсь копить вот здесь вот, на тренировку. Чтобы юнитов можно было прокачивать дальше. Я, правда, еще здесь до максимума не дошел. Так что, пойдем с собой на карту выйдем, наверное, да? Здесь немножко бабла соберем. И вот теперь, в принципе, наверное, можно было бы рвануть. Слушай, а если вот здесь вот мы пойдем? Ух ты! Чего там? Тут, ребята, даже босс будет. Но награда шикарная. И плюс Анастасия, если мы выиграем. Если мы выиграем. Так, бомбим. Интересно, выиграем ли мы здесь? Волна с каждым разом все серьезнее и серьезнее. Как ты видишь, враг все злее и злее. А вот и босс. Вон он, ребята, идет. Прямо в этой толпучке. Плюс всякая псина здесь бежит. Босса мы уничтожили с тобой. Ай-яй-яй-яй-яй. Нам, друзья мои, разносят потихоньку базу. А, неужели мы выиграли? Ну! Yeah. Слушай, мы с тобой получаем Анастасию. Я так понимаю, это наш русский персонаж со звездочкой, в шапке-ушанке, все как полагается. 80 тысяч голды и, конечно же, куча опыта. То есть, как бы мы освободили с тобой, да, юнита этого. Хотелось бы, конечно, глянуть, что он из себя представляет. Это Анастасия. Вот вместо кого бы ее поставить? Или поставить, или же нам прокачиваться дальше? Давай, знаешь, что сделаем? Попробуем с тобой сейчас волну здесь одолеть. А вот после уже попробуем прокачать. Ну-ка. Ой-ой-ой, опять этот... опять идет, ребят. Пирамида головы к нам. Ага. Запинываем, запинываем. Не получилось запинать его. Ниган, давай, выбегай там со своими ребятами. Вот дальники. Кишкоблуды, которые тут бросают, они бесят меня. Замечательно. Вот сейчас, кстати, мы прокачаем с тобой до 2 уровня наш тренировочный зал. Ну что, идем с тобой
на базу. Прокачали. Так, теперь нужно пройти 40-ю волну, чтобы мы дальше могли прокачать до 3-го уровня. Так, плюс еще звездочка у нас. Так, опыт, да? Опыт. Возьмем с тобой. Так, здесь соберем четко. Ну, статуи пока еще нету, не дают нам. И я хотел Анастасию проверить. Вместо кого ее только поставить-то? Вместо Нигана. Ну, Ниган вроде бы как хорош. И эти хороши. Вот, он одиночка у нас. Мы его, наверное, уберем пока. И поставим... Ой, подожди, что-то не то я делаю. Уберем. Где она у нас? Оу, щит. У нас тут Бизон есть, Боб и Анастасия. Бизон, Анастасия. Хочу взять. Что он, ребята, себя представляет? Не знаю. Но Анастасию мы должны проверить. Мы как истинные, да, ребята, патриоты, должны поставить Анастасию именно к нам в отряд, потому что русские не сдаются. Что она делает? Ага. Упс, это что такое сейчас было? Это что было? Что она сделала, ребят? Какую-то заморозку бросила, что ли? Я так понимаю. Ну-ка еще разок проверим. Да, эта штука, она очень сильно замедляет врагов. Видишь, они очень медленно идут. И это круто. Это очень круто. Смотри. Пиу. И они еле-еле там как штаны наложившие. Ну что я тебе могу сказать? Стоит, наверное, прокачивать Анастасию. Хотя можно посмотреть было бы и на Бизона, и еще там на одного. Отлично. Много опыта, много денег. Здесь тоже заберем. Так, 20 уровень у нас имеет наш вот этот вот хантер, охотник. Давай теперь попробуем с тобой, наверное, заменить Нигана. А заменить мы можем... Подожди. Заменить мы можем на... У нас тут много персонажей, конечно. Вот Боб. Хотя, подожди, а я Бизона что, купил уже? Ну да. Кейт, Карл. Ну тут персонажи, конечно, да, офигеть, ребята. Ну давай возьмем Боба. Например, я его поставлю сюда. И при этом, при всем, еще немножечко его качну. Он выглядит, конечно, солидно, ребята. Он с щитом и с дробовиком. Что бы это значило? Не знаю, надо проверять. Так, у него нет никаких активных ребят скиллов. Странно. Бомбит. Просто стреляет в одиночку, ребят. Естественно, в одиночку. Так. Даже не знаю, что и сказать по поводу этого. Нужен ли нам вообще такой персонаж? Может быть, у него, конечно, офигенный дамаг. Мы его не видим, как бы, да? Ну, мы разобрались тут довольно быстро с противниками. Угу, 36 тысяч собрали. Так, может быть, на карту нам выйти? Как ты думаешь, вот мы сможем с тобой завалить вот здесь вот теперь, 30 уровня, где мы в тот раз с тобой не справились? Давай рискнем. Я брошу туда вот так вот. Просто посмотрим. Пока идет вроде бы неплохо, да? Сносим довольно хорошо, кстати, моему базу. Я еще разочек туда закину вот эту вот бомбу, замедляшку. Видишь, она замедляет. Слушай, ну Настенька хороша, мне нравится. Нисколечко не жалею, ребята. И базу захватили, вау. Четенько все. Так, ну тогда, наверное, вот этот ресторанчик с тобой тоже захватить. Так, один гем мы с тобой получим. Ну, если выиграем, конечно же. Давай, Настюш, бросай туда гранату. Вот граната их замедляет, и в этот момент мои юниты... Хотя их не так много, всего лишь один отрядик. Так, стоп. Аглоеды. Видишь, пока она активна, она их замедляет. Ти! Неужели пройдем? Так вот легко и просто. Ну, Настя, ты меня радуешь. Вот серьезно говорю. Ты меня, Настена, радуешь офигенно. Так, что у нас тут? Давай тогда попробуем 34 уровень взять. А чем, как говорится, черт не шутит? А вот это вот что такое, ребят? Я вот не могу понять. Мы здесь отбились, да, от босса. Но почему он здесь остался? Непонятно. Че, попробуем? Так, закинем туда бомбочку эту.
классно, классно. Настенька, ты просто великолепна. Так, давай вот там вдалеке. Так, что у нас тут происходит? Блин, эти вот охламоны бесят меня. Блин, неужели забомбят, а? Неужели у нас не хватит, ребят, мощей справиться с ними? Хватило. Хоу. Слушай, мы захватили здесь всю территорию. Ну вот 45 уровень здесь остался. Ну, понятное дело, что мне пока не взять это. Но тем не менее. Тем не менее, ребята, надо нам прокачивать базенки. Базы прокачанные, деньги, как говорится, будут рекой течь. Деньги будут рекой течь, будем с тобой прокачиваться очень хорошо. Угу. Так, а тут что-то написано 40, 100. Если соточку мы с тобой получим, то у нас что-то тут поменяется. Что поменяется, пока непонятно. Так, ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!